Маринад. Свиная попка. 800 грамм. Специи. Копченая паприка. Гранулированный чеснок. Орегано сушеный. Соль. Чили. Тимьян. Сладкая паприка. Кориандр. Сахар. Сушеный лук. И черный перец. Холодильник на ночь. Чем дольше, тем лучше. A few moments later. Все. Теперь добиваем кулера. Не на максимальный огонь. Я поставлю мне на 11. Максимально 14. Буквально 2 минутки с каждой стороны. Сейчас будем смотреть, я не знаю. Все, как только мы добиваемся красивого цвета для мяса, мы кладем на подушечку такую из лука белого и сельдерея. Зальем вином. У кого есть говяжий бульон, заливайте говяжьим бульоном. У нас где-то гляд, мы просто разбавим теплую водичку. Дым и глясом. Сейчас покажу. Примерно до такого состояния. Вот я сейчас снизу такого доведу. Наш дым и гляс. Концентрированный говяжий бульон. У меня он скоро закончится. Я сниму рецепт. Покажу вам. Нет такой штучки, используется говяжий бульон. Нет говяжьего бульона, используется кубик магии. Паленые черные перцы. Даже мясо видит сердечки, да? Кто понял? I love you. Nice. Ничего страшного, то, что вот здесь вот слегка черные штучки. Сейчас будем готовить очень долго, на медленном огне, поэтому ничего страшного. Добавок, смотрите, чуть-чуть зиры. Чайная ложка, наверное, без горки. Прижимаем. И не на само мясо, а так сказать, чтобы соус. Что же это, сколько? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 гвоздик. Так, чуть-чуть, наверное, где-то 100 мл вина. И 400 мл говяжьего бульона. Он должен быть у вас концентрированным, то есть не таким вот слабо разбавленным, типа а-ля на суп. Он должен быть именно вот прям нормальным таким. Все. Мистер Фольгаус. Мы плотно закрыли, опять же. У кого фольга тонкая, накрывается двойным слоем. Так будет только лучше. И сейчас мы должны его очень медленно готовить. Скажу сейчас на температуре 140, либо 145 градусов. По времени у меня кусочек, опять же, не толстый, он плоский идет. Весом где-то 800-900 грамм. Я буду готовить его 3, либо 4 часа. Посмотрите, какое мясо, ребята. Оно мягкое. Шо капец. Видно, да, смотри? Да. Мясо просто разваливается. Что там внизу? Лук. Все, мясо я достал. Пусть он немножко потусит. Мясо, пусть оно потусит. Подпаливаю чуть-чуть. Мы перекладываем полностью.
все наши вот эти вот компоненты. Мы сейчас сблендерим все это, процедим и сейчас будем уваривать. Это у нас соус такой получится. Все, мы процеживаем. То есть все вкусовые штуки я попытался уже перемешать в воду при помощи блендера. Ну, мы взбили, вкус передали. Все, я процеживаю второй раз, чтобы полностью было. У меня тут есть еще масло аната. 2 чайные ложечки. Масло аната у нас для цвета. То есть у меня изначально не было, так скажем, пасты анаты, которая добавляется в соус при, опять же, закипании. Сверху поднимается вот этот прикольный красный цвет. Да, к сожалению, нам надо будет снять вот эту вот самую вкусную часть. Семена. Ну, чтобы не было много влаги. В нашей буррито не должно быть много влаги. Внимание. Эти ложечки. Все, авокадо мы здесь наливаем. Можете в блендере. Кстати, я сейчас в блендере сделаю. Оливковое масло тоже чуть-чуть. И сметану. Берите, опять же, вкусный, который вы обычно сами едите. Так, раз ложка. Две ложки. Там посмотрим. Так, 2 зубчика чеснока. Все, наш соус. Первый соус, скажем, готов. Все, красный лук, так, немножко белого лука, по идее нужна кинза, но у меня петрушечка будет. Чуть-чуть соль, пол чайной ложечки, перец, тоже половину чайной ложки, чуть-чуть оливковое масло, совсем чуть-чуть, так, лимон. Так, чуть-чуть орегано, тоже чуть-чуть совсем. Все. Перемешиваем. Это, конечно, прям адовая такая тема, видите? Все, мы все сейчас это мясо. Сюда. Все, мясо вкуснючее, да? Мы сделали несколько типов. Так, так у нас купленные вот эти. Слегка нужно сейчас подогреть. Буквально минуту, почти так же станут. Они сейчас мягкими станут. Все как получилось, сверху накрутим полотенчиком. Там эпичный момент. Мы купили еще вот такие вот штучки, кукурузные кармашки. Так, как мы их собираем? Вниз чуть-чуть лука, чуть-чуть красного лука,
чуть-чуть буквально. Сюда у нас идет сальса. Две буквально такие ложечки. Сверху у нас идет наша миску. Все, настало время пробовать. Давай, Иришка. Шортики, конечно, в кадре. Давай. Лук же макай. Просто уже весь течет. Он весь течет, капец. Мясо огонь вообще. Мясо очень вкусное. Несмотря на то, что оно рыхлое, оно прям реально пропиталась всеми соками этих овощей, всеми специями. А здесь был перчик? Да. Он не сильно острый, кстати. Что, соус как? И овощи тоже очень вкусные. А соус, он просто, если без соуса кушать, он немножко суховатый, поэтому соус спасает. Из-за того, что ты здесь еще сыр подкоптил, прям пахнет, вот с костра взяла. Угу. Давай, следующий. Угу. Тоже сильнее черпай. Как с хрустяшкой. Соус очень вкусный, но он очень приятный прям, как будто даже как будто... Кремовый. Кремовый, есть же соус типа сметана, укроп, вот это вот с зеленью. Прям что-то такое... Нет, ну еще макай. Нет, макай, тут нужно макать постоянно. А это вообще как хрустяшка? Немножко лайма. Давай, теперь соус. Пойдет. Ну, поинтереснее, да, типа? Да, yeah, ну здесь уже просто... Я понял. Ты тоже лимон добавлял. Все, давай, самый мяши. Здесь точно лимон надо, чтобы ты капнул себе сразу. Почему мне кажется, что он самый вкусный? Не знаю. Не буду лимон. Почти. Она ест от себя попу. Извините ее. Number one? Стопудово. Почему? Откуси еще раз, пожалуйста. Блин, я не знаю, сейчас. Макай здесь, прям глубже. Да куда я иду? Куда еще глубже-то? Боковая, она любит боком не ездить, кушать. Блин, у меня лицо грязное, не снимай. Ничего страшного. Короче, это номер один, потому что здесь, это ты сам жарил, ты их промакивал, да? Да. Ну и вот они же прям конкретно сочные. В соусе, да, еще? Даже несмотря на то, что я без соуса, если даже просто так есть, они уже сочные. Мне нравится, что здесь сыр подкрепится. Он прям, конечно, здесь очень классно смотрится. Маленький сыроед. Да, я, конечно, сыры люблю. И вот здесь вот, где еще эти хрустяшки, тоже очень вкусные. Номер один. А вот здесь, я не знаю. Наверное, номер два, номер три. Да ладно. Прости, братан, ты проиграл, но я думаю, ты тоже вкусный. Ты но соус тоже. Вот этот очень вкусный. А ты попробуй вот это вот с этим соусом. Да. Можешь уже комбинировать. Чем? Если у вас, мне кажется, зрители слюнями сейчас. Тоже прикольненько, да. Но это все-таки больше подходит. К этому, да? Угу. Все, ребят. Я думаю, пора заканчивать. Посмотрите, какие у нас вкусняшки. Стой. Вот. У меня даже спальник капает. Друзья. Ничего страшного. Ну все, друзья, до свидания. Готовьте, пожалуйста. Готовьте дома. Меньше заказывайте. Любите себя больше. Можно, опять же, доказать любовь через еду. Поэтому
Удивляйте родных и близких, и секретный ингредиент